Good morning, everybody, both in the United States, Europe, and here in Russia as well. By the way, the knives, which I'll be talking about now, will be available in the United States and Europe as well, so ask your local distributors. Значит, парни, пришли ножи, наконец-то, к нам. Помните, я говорил про них? Вот у нас здесь их. Их вообще 5 коробок, у меня 2 остались в Москве, мы их на выставку с собой возьмем. Поэтому, кто хочет на выставке купить, ножи у нас будут, можно будет купить там. Значит, ножи вот в такой вот фирменной коробочке эдгановской. Все как обычно, мы любим упаковку красивую. Вот, сам нож здесь. Значит, мы сделали его в рукоятка Микарта цвета рукоятки Лешего. Вот, с логотипичком. Кстати, посмотрите. У меня на кармане прототип. И вот скажите мне, пожалуйста, а какой больше вам нравится цветовое решение? На прототипе или на серии? Мне просто мой друг сказал, что ему нравится вот этот, у него прототип. Мне, честно говоря, вот этот нравится. Дайте вашу обратную связь. Если, например, большая часть выберет вот этот дизайн, мы его запустим в следующий раз. Сейчас у нас их 1000 штук, по-моему, сделано. Итак, нож. В сложном виде его длина составляет 117 мм. Ширина в наиболее широкой части составляет 30 мм. Длина клинка от рукоятки до края 82 мм. Масса ножа. А мы не включили его. Just a minute. That's me, stupid old boy, уже могу так сказать. 95 граммов. Они в наличии на сайте. Цена 4000 рублей. Нож из стали D2. Вопрос задают, ну вот здесь написано сталь D2. Значит, подшипник стоит. Ни люфтов, ничего. Он очень удобный на кармане. У меня друг, который 30 лет протаскал на кармане, какой-то японский нож, он называл, я забыл, какая-то знаменитая фирма. Он говорит, я как вот этот взял нож в руки, японский в сторону, и таскаю только этот. И это правда, он у него на кармане вот этот нож. Он очень удобно, я бы сказал, вот такой ухватистый. Он легкий, я иногда даже забываю, что он у меня на кармане, я его не чувствую просто. Так что в наличии, welcome! Хороший способ поучаствовать в лотерее, которую мы замутили. Потому что цена больше, чем 3000, соответственно, вы автоматически участвуете в лотерее, и у вас есть шанс выиграть какой-нибудь интересный приз. На этом все. Всех обнимаю в этом чате. Чмоки. Пока.